Одолев в полуфинале саратовский «Сокол», футболисты Академии «Крыльев Советов» 2006 года рождения в главной игре первенства ПФО встречались с «Пари» Нижний Новгород. Финал получился напряженным. После перерыва хозяева забили, а затем сдерживали атаки нижегородцев, которые изо всех сил пытались сравнять счет. И вот финальный свисток. Самарцы торжествуют, они чемпионы окружных соревнований. Мы всех ребят поздравляем. Это хороший результат. В первую очередь это результат для академии, для города, для области, для наших воспитанников. То есть, чтобы все ребята стремились к такому результату. «Крылья Советов» 2006 на домашнем турнире сыграли надежно и дисциплинированно. За 5 игр команда не пропустила ни одного гола, при этом сами огорчили своих соперников 9 раз. Тренеры и эксперты отмечают, несколько игроков уже готовы к повышению в молодежную команду и в будущем могут стать звездами самарского футбола. Просмотрел я сегодня игру. Есть очень перспективные, классные ребята. И надеюсь, что не только в этом возрасте, а в остальных возрастах есть у нас звездочки, которые, я думаю, при должном отношении к себе, при правильном тренерском подсказе, я думаю, эти ребята должны у нас в молодежке появляться. Став чемпионами Приволжского федерального округа, самарцы получили право сыграть на всероссийском финальном этапе. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.